Доброй ночи, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, который находится на сайте twitch.tv. Меня зовут Илья, но называю себя Язумози. В общем, испортил я все приветствие. Давайте сразу начнем. Вторые самураи. Многие просили, говорили, что вот, сделай ролики. А нет, буду стрим вести, так удобнее, так проще. Сразу извиняюсь за корявое разрешение, потому что игра не поддерживает Full HD, к сожалению, потому что игра старая, она вышла в 2006 году, она и не подозревала о том, что когда-нибудь выйдут широкоформатные мониторы, поэтому как-то так. Собственно, давайте сразу же запустим. Немного испортил я приветствие, но за столько лет... Первый стрим, последний раз он был... Что ж, сейчас... Последний стрим был года где-то полтора назад. И это действительно было давно. Сейчас надо проверить, работает ли игра, чтобы... Да, она работает. Сейчас я только экран сделаю почетче. Он какой-то... Ну, так скажем... лучше было видно. Так, секунду. Так, я думаю, будет нормально видно. Так вот, прошло уже полтора года, это первый стрим за это время, так что я немного волнуюсь. Надеюсь, что не порчу вам этим самым настроение. Да, и пользуюсь случаем, сразу же приветствую тех, кто будет смотреть это в записи. И давайте сразу же начнем. У нас, значит, компания Tadagatsu Honda была последней миссией, именно сюжетно, плюс там еще сон. Сразу скажу, что все у меня пройдено, просто ввиду того, что игру очень сложно полностью проходить. Я лучше продумал просто компанию уже с золотым оружием, точнее с оружием 4 уровня. Так, мне кажется, будет... справедливее. Если я еще и персонажа буду качать, вы просто с ума сойдете. Я вас уверяю, это очень утомительное занятие. Да, кстати, что-то плохо слышно игру. Сейчас я сделаю чуть погромче. Я ее сам не слышу, на самом деле. Хотя звук там есть. А, все, понял. Это у меня колонки были тихо включены. Так, вот так будет наверняка удобно всем. Все. Сюжетный режим. Компания Tadagatsu Honda. Последняя сюжетная миссия. Но не... Значит... Но не полностью. Убийство Рисики Гахари. The battle of Kusegawa was won by the valiant efforts of Tadagatsu. Я не буду читать брифинг, просто раньше я это делал, когда записывал ролики еще. Сейчас мне немного волнительно, я весь трясусь. А так что, читайте. This would be the last battle for Tadagatsu and his beloved spear, the Tonbogiri. The loss of one's blade pains like the loss of a friend. Chapter 5. Battle of Sekigahara. Я, к сожалению, не могу читать чат ввиду того, что я планшет в этот раз не взял. My lord, the enemy greatly outnumbers us. They have taken the high ground and surrounded us in a crane formation. Up to this day, I have borne the burden of the people's future. The burden of attaining peace. And have advanced steadily along my long road. That progress can't be stopped. I shall win.
as I was meant to win. Надеюсь, вам хорошо видно. Я сейчас проверю еще раз экран, чтобы у меня не было никаких проблем с этим. Да, экран нормально видно. Он немножко есть края, немного закрытый, но там ничего важного вы не увидите. В любом случае, сообщения там появляются примерно... Блин, к сожалению, курсора здесь нет. Я показал бы, где они появляются, но чуть выше, где вот таймер времени. Я думаю, вы не потеряетесь в случае чего. У меня тут, кстати, два томба гири. Я открывал золотое оружие аж два раза. Но, собственно, они ничем не отличаются друг от друга. Они абсолютно одинаковые, поэтому нет смысла брать какой-то из них. Все равно разницы никакой не будет. Возьму хорошего охранника, точнее, телохранителя. Я обычно беру Кацуи, хотя многие говорят, что Каджиро он как бы лучше. Ну, не знаю. Мне как-то по душе больше такой яростный этот старик. Впрочем, открывать проще. Поэтому, наверное, из-за этого он такой слабенький сравнительно с человеком, похожего на Майкла Джексона. А эта карта вам еще будет очень долго сниться в кошмарах, потому что очень часто мы ее будем встречать. Я прям уже по автомату еду сразу же к Ишхиро-Шимазу, потому что я хочу заставить противников сдаться. Если они, собственно, сдадутся и пойдут в атаку за нас, то Шимазу что-то там скажет вроде: «Ребята, надо вас немножко прогнать». И он начнет рычать на них, орать, пердеть, кричать. В общем, делать все, что угодно, чтобы их напугать. Они действительно будут пугаться и убегать с поля боя, что нам, собственно, не нужно сделать. То есть не нужно допустить. Поэтому его убивать нужно в первую очередь. Ну а если вы, конечно, рассчитываете именно на предательство вражеских офицеров. Если хотите всех подряд переубивать, это будет сложнее, потому что потом вражеская армия пойдет на нас в нападение, а если мы заставим предать некоторых вражеских офицеров, армию соперника, то, во-первых, мы продвинемся по сюжету, как, продвинемся именно по сюжету за сторону Токугавы, плюс еще, грубо говоря, упростим себе жизнь, потому что за сторону... За западную сторону здесь сложнее проходить. Поверьте мне, действительно так. Сложнее на самом деле тут проходить именно с Сон Хидеёши, он как раз будет проходить от лица западной армии, и на нас практически чуть ли не все офицеры нападать будут, но это будет еще не скоро, потому что сюжет Хидеёши еще не скоро начнется. Я примерно... представляю, после кого кто открывается, чтобы как бы не портить все впечатление. Ну, постараюсь именно проходить так, как они бы открывались по нормальному пути. То есть, вот если я сейчас пройду, допустим, Тодагацу, то откроется Ина. Собственно, следующая кампания будет за нее. Но она будет достаточно скучная, но лучше именно ее пройти побыстрее, нежели потом мучиться с другими. Там еще будут такие персонажи, как Ханза Хатори, которые тоже особо не играют какой-то важной роли. С другой стороны, там тот же Йошихиро Шимазу, у него достаточно интересная компания. Но это все будет зависеть от того, как вы, собственно, скажете. То есть вам лучше интересные компании сначала проходить, либо такие не очень. Но понимаете, в чем дело? Я могу пройти в любом порядке компании, потому что у меня все персонажи открыты, собственно, игра пройдена на 100%. Дело не в этом. Дело в том, что... Но это будет как бы не по канону, то есть я буду абсолютно рандомные кампании проходить в игре, ты их должен открывать постепенно. То есть у тебя сначала открывается один персонаж, потом другой. Там изначально дается 6 персонажей, после каждого из них открывается по одному. После некоторых уже не будут открываться, после первых открытых. Допустим, тот же. Сейчас соберусь с мыслями просто сконцентрироваться еще и на битве, хоть я играю на среднем, но все равно. Что же я хотел сказать? А, да. То, что... Это будет не по канону, и... Какой смысл вообще этого прохождения? Хотя, в любом случае, мы охватим все компании, и их можно как-то так вот... мозгами все равно собрать мысль того, что... Как бы я бы проходил, если бы это было бы по правилам? В общем, мы прошли уже одну из
самых таких важных миссий, ну, не самых, конечно, по значению, но по важности уж точно. Потому что никто не защищает главный гарнизон. Если бы мы играли не за Тадагацу, то он бы там стоял наверху, и он бы задерживал руину всяческими способами. Но так как мы не можем там стоять всю битву, потому что мы, собственно, играем за Тадагацу, поэтому нам придется разобраться с Гинши как можно скорее. Иначе она прорвется к Кугаве, и она его может убить. Так что будьте осторожны. Там, конечно, стоит какой-то такой нонейм офицер, но он совершенно бесполезный. Гинши его убьет там с нескольких ударов. Да, я привык, как бы, что в четвертой части можно на Е позвать лошадь. Да, я играю на клавиатуре, что геймпад у меня сломался, к сожалению. Ой, надо Фуя спасать, иначе все будет очень плохо. На самом деле, я сейчас сделаю несколько хитрее. Я не буду сейчас сразу же ехать спасать Фуя. Мы сейчас сделаем несколько по-другому. Надо найти Кине Акуёдши, или как так этого деда зовут, он находится. Акунокои. Господи, фамилия. Надо мосту задеть, что-то мы ни разу его не юзали. Вот, геймпад, значит, сломался, поэтому приходится играть на клавиатуре. Неудобно, дико, на геймпаде было бы намного проще. Нужно делать так, как позволяют возможности. Тем более, что многие просили самураев. Я не виноват то, что именно их попросили. Я бы что-нибудь другое поиграл там. Ну, не знаю. Что-то нам ничего не приходит. Ну, раз уж это... 5,5 хп осталось. Я все вспоминаю, что 4-2 я вот играл, а там есть способность отхиливать собственных офицеров. В общем, как-то привык я к новой части и совершенно забыл, что вторая — это более жесток игрокам, нежели более будущее. Даже третья часть, по-моему, достаточно добра к нам. Ну, кстати, первая — это еще хардкорнее, если уж говорить об этом. Первые игры именно серии Warriors были капец какие сложные. Я сейчас говорю именно и о династии, и о самураях. В общем, первый пак офицеров мы уже переманили на свою сторону. Идем второй пак переманивать. Так как мы победили Ишихиро, их никто не прогонит с поля боя. Соответственно, победа в этой битве уже в наших руках. Достаточно осталось просто, ну, просто следить за ситуацией, иногда помогать разбираться с другими офицерами. На самом-то деле, мне нужно идти наверх, помочь Ине. Она сражается там с офицером, которого я не стал убивать в центре поля боя. Да, понимаете, в чем дело? Если вы не будете сражаться с Ишихиро, то, собственно, он прогонит именно этих солдат. Но также вы будете ставить под удар именно свое центральное поле боя, потому что там наступает, не соврать, где-то 6 офицеров, и они обязательно пробьют брешь, если вы пойдете заниматься Шимазу. Ну, можете, конечно, забить на Гинчию, но в случае с Тадагацу это не лучший вариант, потому что если бы вы играли там за Ину или за Токугаву, то у тебя еще достаточно здоровья. Так вот, значит, если вы играли за Ену или за Токугаву, то вы могли бы спокойно забить на Гинчию, Тадагацу бы с ней справлялся бы какое-то время, задерживал бы ее. Тем самым вы бы справились с вражескими офицерами, которые наступали в наш главный лагерь. Но я уже некоторых убил по пути, но еще остались некоторые, поэтому от них надо избавиться. Иначе они могут, ну, серьезные проблемы создать. Конечно, Ина бы сама бы справилась, но учитывая, насколько боты глупые, они будут очень долго их убивать, лучше самому прийти и довершить это дело. Вы, во-первых, сэкономите время, а во-вторых, у вас будет промоут такой, скажем так. Собственно, Хидетаки Кобаякава предает западную армию. За западную армию он предает буквально в первые же минуты, когда ты начинаешь играть. С Токугава все сложнее. Надо сначала его заставить сдаться, два офицера. Но этому парню не жить. Он умирает, понятное дело. Хотя, ну, он умирает. Я умудрился сразу же обоих офицеров убить одним ударом Мосу. А, у меня же еще и усиление атаки, так что вообще идеально сложилось все. Ну все, осталось совершенно ничтожное количество вражеских офицеров. 3 штуки. Один из них — это Сакан Шима, который охраняет главный гарнизон. В гарнизоне стоит миссионер Ишиды. И вот сейчас я иду к этому, к
Мусаши, собственно, он последний, такая последний бастион к подходу главному лагерю. Нам еще придется, конечно, сразиться с Аканом, но он не серьезно. Мусаши будет сложнее. Многие говорят, что он самый сильный боец в игре. Я с этим не согласен. Все-таки Тадагацу он сильнее. Да, он медленнее, чем Мусаши, но дамажит он намного больнее, нежели того же Мусаши. Блин, у меня привычка осталась с четвертой части. Опять-таки, часто упоминаю четвертую часть, но все-таки. Там, когда зажимаешь сразу же удар Мосоу, он автоматически проводит комбо-удар. Во второй части я не нажимаю на эту кнопку, у меня Тадагацу просто стоит на месте и ничего не делает. Блин, конечно, казуально четвертую часть. Отлично. Мой охранник убил Мусаши. Вообще достаточно стыдно именно ощущать то, что ты сражаешься с вражеским офицером, а его добивает твой ничтожный страж. Но, кстати, Кацу и, значит, Каджир, они достаточно сильные именно телохранитель, и именно их лучше брать. Да, также не забываем ходить, если у вас, допустим, ходить за оружием, имею в виду. Не забывайте ходить за оружием, если у вас нету золотого, как у меня. Потому что, ну, я не хожу, просто нет в этом надобности. У меня самое сильное оружие, по крайней мере, в ванильной игре. В Extreme Legend есть еще зеленое оружие. Оно, ну, точнее, не зеленое, но ламиновое какое-то. Ламиновый фон у него. Вот, оно сильнее золотого, но, к сожалению, в ванильной версии его нету. Поэтому в ванильке вот самое мощное, это золотое. Впрочем, Тадагацу самое действительно мощное оружие, ну там, по-моему, 60 урона наносит на удары, это очень много. На легком уровне вы с пару ударов убьете противника. На среднем, как вы видите, я играю на среднем, господи. Сейчас укрыться от моего носа. Ну, в общем, четверть здоровья мы все равно скинем. Странно то, что я единственный иду в наступление, остальные где-то в носу ковыряются на середине поля боя, чего-то ожидая. И таким образом сейчас быстро раскатали Муцунари, и все, и битва окончена. Она вообще на самом деле уже в нашу пользу, эта битва. Кацуи, ты уже второй фраг у меня отбираешь, как не стыдно. Это я здесь великий, а не ты. Ладно, хватит детского сада. Не хочу тебя расстраивать, но твои друзья уже все погибли. Я сейчас не шучу, действительно, исторически большинство именно офицеров Муцунары здесь умирают, так что ничего нет. А потом его бамбуковые веточкой убивают. А там веточка, там меч вроде из бамбука какой-то был, что-то вроде того. Вот он казнил Муцунару. Давай. Небольшой такой экскурс в историю для вас провел. Вдруг кто не знал. Для Тадагацу это самая знаменитая битва, так скажем, потому что после нее он еще немного живет и умирает. В 609 году умирает, или где-то около того, я точно не помню именно в каком году он умирает, но Асикигахара, она происходит, по-моему, осенью 1600 года, если я не ошибаюсь. Собственно, немножко истории, как без этого. Ну и впереди у нас, собственно, подведение итогов данной битвы. Сыграл я, конечно, на пятерку, мог бы и на звезду сыграть, но где-то что-то я упустил. Ну, впрочем, рейтинг А меня тоже устраивает. Здесь именно суммируется, сколько мы сделали убийств. Убийств я сделал немного, без двух офицеров я сделал всего лишь 300 убийств, это не так уж и много. Проходил я миссию почти 11 минут, самый большой комбо это было 685 ударов и получен опыт 2481 единица. Собственно, рейтинг А. Впрочем, это не так уж и плохо. Вот если бы я получил бы рейтинг какой-нибудь Б, вот тогда мне было бы уже обидно. Или вообще рейтинг С. Но рейтинг С это практически неполучаемый в этой игре, потому что тут надо тупо бежать к вражескому офицеру и идти его убивать. Особенно если у вас нет хорошего оружия и вы играете на высоком уровне сложности, это самоубийство. Так. Это оружие третьего уровня, оно обычно выпадает всегда вот с подобных миссий, так что ничего в этом удивительного нет. Я только один подобрал, и то, по-моему, с поверженного офицера, так что как-то так. Ну и, собственно, смотрим финальную катсцену в компании Тадагацу Хонды. My Tombo Giri, my greatest ally through countless battles.
job is done. As is the era. Собственно, дальше кат-сцена только идет титры. Я не буду их полностью показывать, они идут минут где-то 5, поэтому в этом смысле нет, тем более, что это стрим, и мы еще будем еще одну миссию проходить, собственно, с Сом Тадагацу. Да, это достаточно короткий стрим, прямо скажем, потому что следующая миссия, она тоже достаточно быстро закончится. Не знаю, стоит ли начать другую кампанию. Думаю, стоит, но... Миссии будут более долгие. Я как-то рассчитывал, что стрим будет часа два, полтора. Но я уже миссию прошел. Если не считать приветственных речей, хотя я сразу начал проходить. Да, кстати, когда будете проходить эту миссию, и вы захотите получить золотое оружие, то есть оружие 4 уровня, лучше, точнее не лучше, а рекомендуется играть на высоком уровне сложности. Я не стану открывать золотое оружие, как видели, у меня и так два экземпляра, куда мне третий? Солить их, что ли? Но я вам сейчас на пальцах все объясню, как это делает. Как это делается. Господи, что ж со мной происходит? Да, и для тех, кто пишет в чате, я уже в начале стрима говорил, что я в этот раз планшет не взял. И не могу прочитать ваши комментарии, извините. Но сейчас, когда я пройду эту миссию, когда я такой, ну то что, перерыв возьму просто проверить, как все идет, я почитаю ваши комментарии, если вы конечно написали. Пока читайте брифинг, который уже практически наполовину прошел. It was a battle the likes of which had never been seen before in history. Fight perfects the samurai. Samurai. Здесь не будет кат-сцены, поэтому сейчас сразу же начнем сражение. Сейчас я вам расскажу именно последовательность прохождения этой миссии именно для получения оружия 4 уровня. Многие говорят, что это одна из самых сложных миссий по получению золотого оружия. Эти люди абсолютно слепы, как мне кажется, потому что это достаточно элементарная миссия, просто именно сложность в этой миссии в рандоме. Вот этот вот подлый рандом может испортить нам все карты. Спутать все карты, испортить нам все планы. И поэтому в этой миссии очень часто придется сохраняться. Я этого делать не буду, как сказал, потому что, ну, я не буду открывать золотое оружие, так как оно у меня уже есть. Но я вам все-таки объясню, что нужно делать. Да, и кто все-таки хочет знать, насколько есть действительно сложные миссии по добыче оружие 4 уровня, то самое сложное во второй части это у Кеншина Юсуджи. Вот это самая сложная миссия. И, кстати, многие люди тоже говорят, что она сложная. Ну, с ними можно согласиться. Я вот, допустим, с этой миссией очень много мучился. А с этой, ну, я ее... Когда первый раз проходил, да, много раз не мог пройти. Потом как-то с другом получилось. Потом, в итоге, когда я понял действительно, что здесь нужно делать, ну, прошел, ну, с первого, с второго раза. Потому что обычно в первый раз у меня всегда получается, что я запарываю какой-то сейф, и у меня не получается. Ну, в общем, а сейчас я вам все покажу. Собственно, для того, чтобы получить желаемый результат, нужно сначала добиться такой последовательности появления волн. Будет три волны противников, это злодеи, мечники и ниндзя. Они должны появиться именно в той самой последовательности, в которой я вам только что сказал. По-другому никак, иначе вы не успеете защитить главные гарнизоны. Самое важное здесь не пропустить именно именных офицеров главные гарнизоны. Появились мечники, это неправильно, потому что мечники должны появляться именно вторыми. Сначала должны появиться злодеи во главе с Кейджи. Но я так понял, Кейджи появятся следующие. Кейджи и его друзья появятся следующие. Так что настраиваться мы не будем. Ну или ниндзя появятся. Хотя ниндзя должны появиться именно уже именно третьей волной, перед выходом уже малых лордов. Именно в такой последовательности должно все происходить. Впрочем, как я сказал, что я не открываю золотое оружие, я вам просто объясняю, как его получить. Я просто пройду эту миссию. Так вот, собственно, если вам выпали, вот как мне сейчас, мечники, то нужно перед тем, как появляется отряд, нужно обязательно
сохранится. Но сохранится именно до того момента, пока не появился отряд, иначе он придет заново начинать миссию. Надеюсь, я правильно все объяснил, иначе опять получится какая-то непонятка. Причем идет в западный гарнизон, не в центральный, мне повезло. Могло бы все быть хуже, чем я думал. Но, впрочем, он бы все равно не прошел, так как я его на полпути остановил. Да, если вы боитесь, что пройдут нонейм-офицеры, не волнуйтесь. Нонейм-офицеры не засчитываются в данном условии. Нельзя пропустить именно именных офицеров, то есть. А сейчас я даже посчитаю их. Если брать именно от обратного, то есть, как это задумано по прохождению, то когда появляется злодей, достаточно убить только Кейджа, он единственный именно офицер в первой волне. Потом, когда появляется мечник, достаточно убить Каджира и Мусаши. Когда появится третья волна, достаточно убить Нине, Кутару и Ханза. А когда появятся малые лорды, их будет тоже трое. Появятся они в разных местах, и пропустить в гарнизоны нельзя Хидеёши, Масамуне и Ясукава. Впрочем-то, никаких сложностей с этим не будет, ну, по крайней мере, с первыми тремя волнами. Но когда появятся малые лорды, вот тут уже придется действительно рассчитывать на милость рандома, так как рандом может совершенно по-разному заставить пойти вражеских офицеров. Один там может пойти... Допустим, Токугава появляется в северо-восточном проходе. Хидеёши появляется в юго-западном проходе. Внизу. Вверху, потому что гарнизон. Масамуне появляется в северном проходе. То есть практически над центральным гарнизоном. Если вам повезет, и вы окажетесь в... сложно так говорить и сражаться. Так вот, если вам повезет оказаться к появлению малых лордов, в северо-западном гарнизоне, вы появились ниндзя. Это вообще очень плохой у меня выпал рандом, то есть они должны появиться в третий раз, но появились во второй. Так вот, вот когда вы с ними сражаетесь, вам нужно идти именно в этот, в северо-западный гарнизон, потому что именно оттуда вы сможете перехватить Токугаву и Масамуне, да. Господи, почему я постоянно его имя забываю? Так вот, Масамуне вам обязательно нужно будет переходить, потому что он обычно всегда идет либо в центральный, либо в северо-западный гарнизон. Токугава может пойти либо в юго-восточный гарнизон, что плохо, либо может пойти в центральный гарнизон. Вообще можно сыграть на том, что Масамуне пойдет в северо-западный, а Хидеёши и этот Токугава пойдут центральный. Тогда это выигрышная тактика. Это самая выигрышная тактика. Так, сейчас посмотрим. Надо посмотреть, где кто. Ага, Катара, идет в северо-западный. А Ханза идет в центральный. Похоже. Ну, в общем, солдаты задержат Катару. Нам нужно с Ханзой расправляться. Да, Ханза пошел в центральный гарнизон. В принципе, это логично. Удивительно, что я их еще не пропустил. Но я уверен, что в дальнейшем пропущу. Хотя там остается только Кейджи, да, следующей волной. Вот в чем минус Мосу во второй части, то что, особенно Мосу Кодагасу, потому что противник кто-то взлетает постоянно, не видно, куда он улетает. Причем-то проблема прослеживается как и на ПК, так и на консолях. Уж не знаю почему, но вот так вот. Камера не хочет показывать, куда улетает вражеский офицер. И иногда так тяжело определить, где он там порхает. Я думал, он улетел в другую сторону. Видите, к чему я и говорил. Так, Ханза, конечно, не прошел, но это
Это все равно не облегчает мне задачу. Потому что остался Катара. Мне нужно его обязательно догнать. Так. Похоже, дело он прошел все-таки, да? Или нет? Вроде игра не сказала, что он прошел. Да нет, не прошел. Ладно, надо с ним справиться. Впрочем, остался только Кейджи, он не должен каких-то проблем вызвать, мы сразу же к нему пойдем. Впрочем, я так понимаю, данная тактика тоже может сработать, но это достаточно рискованная тактика, все-таки. Первая тактика была куда полезнее. Да что ж такое-то? Ну ладно, хоть что-то я ему все-таки нанес. Где он? Господи, игра, покажи мне его. Я же не вижу. В общем, Катар тоже отъезжает. Вы не дали Катару Фуму войти в западный гарнизон. Да, он не вошел. Остался только Кейджи. И я на самом деле не представляю, где он может появиться. Но на самом-то деле он остался единственный. Не считая малых лордов. А малые лорды уже наверняка пробьются. Но если Хидеоши пойдет, собственно, от своего места появления в центральный гарнизон, его задержат солдаты. Видите, какая там еще синева. Что ж, по центру уже никто ничего не защищает, что очень плохо. Впрочем, Кейджи появляется именно вот, где появляется Хидеоши, у меня есть шанс вернуться к центральному гарнизону. Хачисука. Отлично. Я пошел именно к нему, потому что отсюда идти достаточно далеко до Кейджа. Ну, я знаю, где он появляется, и отсюда я очень долго буду чапать до него. Это, во-первых, отнимет время, и, во-вторых, если он пойдет в центральный гарнизон, он убьет последнюю заставу моих солдат. Что, опять-таки, мне не будет выгодно. Кстати, на среднем чуть очень много хилок падает, я замечал. И Мосу. Мосу всегда пригодится в данной миссии. Особенно, когда оно дается практически везде. Грубо говоря, когда много бочек, это всегда полезно. В большинстве случаев, если в бочках не бутылки с Мосу, то обычно это... Так, что же это может быть-то? А, вот эти шарики такие, рисовые. Восстанавливают, насколько я помню, 15% здоровья. Но это не очень много. Там есть целая миска с рисом, огромная такая. Я бы даже его сито с миской назвал. Ой, блин, сито с миской. Говорят, сито с рисом назвал бы. Вот оно восстановит полностью все здоровье. Он хотел заюзать Мосу. Когда они вот так вот стоят, и вокруг них появляется такая алая аура, это значит, что они пытаются зарядить свой удар Мосу. Будь осторожны. Они обязательно им воспользуются, как только зарядятся до конца. А вот и Кейджи, который выпендривается и кричит на нас, что я тут, и ничего ты с этим не поделаешь. Давайте посмотрим, как нас поприветствуют. Не знаю, долго ли ты этого ждал, но ты меня только что сбил. Такой был красивый вылет. Я так хотел его ударить, но он такой говорит, нет. Я тебе ударю впервые. И дайте Кейдж Мэйд проникнуть в центральный гарнизон. Да, он бы пошел, короче, разбивать мой последний оплот охраны, и это было бы очень плохо. Потому что я сейчас не знаю, куда пойдет Хидеоши. Все, как говорится, очень плохо. Впрочем, пусть вот этот вот, который по поверху идет, офицер, пусть он туда идет, но все равно ноунейм, больше здесь уникальных офицеров не будет, по крайней мере в этой волне. А это значит, что я могу убивать абсолютно рандомных уже солдат, точнее офицеров, и с этим проблем не будет. Так, мой конь — это персидская кобыла, надо не забывать, иначе я сяду на Цуказа. Кейджи. Ну, в принципе, они ничем не отличаются по статистике, поэтому можете абсолютно любого садиться, если у вас предоставится такой выбор. На Муцуказу езди Кейджи. Она, значит, персидской кобыли, наверное, все-таки.
Да, на персидской кобыле ездит этот одноглазый, который я постоянно забываю. В общем, я забыл. Когда вспомню, скажу, он, в общем, в следующей волне появится, я уже о нем говорил. Вот он, значит, ездит на персидской кобыле. Почему в голову лезет этот Мусаши, которого я еще в первой волне заовнил? Наверное, это как-то с чем-то связано. Блин, мой последний оплот охраны загрелся на вот этого вот офицера, который уже попал в странный гарнизон. Ну да ладно. Как же, блин, вот он на школьника похож. Просто вот на типичнейшего школьника, который подписан на самые мерзкие каналы Ютьюба. Не стану уж говорить прямо на кого, потому что это клевета. Хотя, может быть, это не клевета, кто его знает. Как же его зовут-то? Блин, я теперь загоняюсь тем, как зовут этого одноглазого школьника. Блин, тут два офицера. Как знаете, на карте видел одного, а тут раз их двое, это два в одном. Ну ладно, хотя бы они в одном гарнизоне, и то радует. Зря, конечно, использую Носу именно сейчас. Тем более на таких изи противниках. Но они, блин, могут еще мне нервы поднять. Так что лучше так. Защита абсолютно бесполезный бонус. Лучше по атаке выполнить. Даже скорость. И то лучше бонус. И то лучше защита. Даже защита, что она делает? Она, по сути, увеличивает базовую статистику вашей защиты. Как бы это логически не звучало. Кстати, выпала скорость. Так вот, и она, по сути-то, бесполезная. Урон все равно проносится достаточно высокий. И при этом этот бонус абсолютно не нужен. Поэтому в защиту можно и не качаться. Хотя на первых уровнях он может помочь. Где мы ходим? Так, а вот и Хидиоши. Как раз таки судьба меня свела опять оказаться именно в этом гарнизоне. Именно в нем и нужно находиться, когда появятся малые лорды. Обязательно, обязательно запомните это. Масамуне! Вот, этот одноглазый школьник. Тут он уже не одноглазый школьник, он одноглазый подросток, я бы его назвал. Потому что в первой части он был одноглазым школьником. А все почему? Потому что за компьютером сидел ночью, и такие глаза, и такие мешки под глазами. Как же так? Куда он подевался? Вот что же это за проблема-то такая? Никогда не поймешь, где, блин, вражеский офицер порхает, летает. Хидеоши пошел в центральный гарнизон, то, что нам и нужно. Дай умри ты уже. Ну как и школьник обзывается, типа, ну тебе повезло, а мне повезет потом. Токугава тоже в центральный пошел. Вот это идеальный расклад, ребят. Нужно Токугаву сейчас очень быстро убивать. Вот это хорошая Мосо, она наносит больше урона, как бы это глупо не звучало. Но у Токугавы что-то как-то много уж защиты раскачано, он как-то уж очень плохо дамажился. Я на самом деле особые приемы не использую, ввиду того, что мне кажется, они сейчас не к месту, потому что у него вот Тодогадзе увеличивается защита и отброс противника. Отброс противника. О, атака! То, что нужно! Отлично. Вот так, Токугава, не связывайся со мной. Все, Хидиоши даже еще не пробился. Если мне удастся сейчас его перехватить, а мне удастся его перехватить, то все, победа моя. В общем, Токугава нас хвалит за то, что мы такие хорошие. Иди сюда, где? Где этот дебил? Надо его побыстрее... Надо побыстрее ему урона набить, пока у нас есть атака, но он нас постоянно доджит. То есть не дает нам напасть. Ну вот и все.
мы не дали Хидеёши пройти в центральный гарнизон. Идеально сыграл, при этом мне абсолютно непонятно, как появились противники, но в итоге я защитил все гарнизоны, даже особо не напрягаясь. Хотя волновался. В общем, другие уже офицеры проникли, но они не серьезны, потому что они на нейм. На нейм офицера там какой-то исход же, он, по-моему, побежал именно, в юго-восточный гарнизон, а мы пойдем в северо-западный. Вот видите, я прям без сейвов защитил гарнизон, и, конечно, я играл на среднем, понимаю, это не так почетно, как на тяжелом, но на тяжелом особой разницы у вас не будет, я вас уверяю, ребят. Так что можете пользоваться этой тактикой, которую я показал вот именно сегодня на стриме. Как видите, она тоже работает. Но мне по большей части повезло именно на рандоме. То есть я не сейвился, но при этом рандом был очень милосерден ко мне. Я надеюсь, что у вас точно так же получится и вы никого не пропустите. Ну плюс накидайте немножко жирности и урона противников за счет там высокого уровня сложности. Как видите, Томба Гири даже на среднем достаточно плохо их убивает, потому что сложность именно этой миссии достаточно высокая. Ну, вот такое бывает иногда, что на тяжелом эта миссия вроде будет казаться еще сложнее, но на самом деле нет, это заблуждение. Да, и, значит, солдаты с поставками появятся вот недалеко от центрального гарнизона. Видите, вот небольшой проход рядом с входом в центральный гарнизон. Я даже специально сейчас заеду к нему. Потому что, опять-таки, здесь нет курсоров. Я раньше от курсоров мне специальными стрелочками показывал. В общем, отсюда вот придет вот солдаты снабжения. И они, собственно, будут нести оружие. Вам достается только их убить и забрать оружие. Как видите, это не так уж и сложно. Причем здесь Ишихиса Шимазу, непонятно. Хотя здесь должен быть Ходжи. По крайней мере, он здесь всегда появляется. Но, видимо, я Ходжи убил в северо-западном гарнизоне. Ну, давайте, кстати, используем вот эту способность уникальную. Это вот отбрасывающая, значит, способность на какое-то время полагаться может отбрасывать противника от себя. У меня и способность закончилась. Хотя нет, еще не точно закончилась. Закончилась, значит, способность у меня. И я убил вражеского офицера последнего. Никто не сомневался, что я самый сильный. Потому что так оно и есть. This is true, как говорится. Это правда. Вот как-то так. Уж извините, что я не прохожу на тяжелом, потому что, во-первых, на стриме это еще тяжелее было бы, и я, опять-таки, до сих пор волнуюсь, как бы это странно звучало, но я получил звезду. Вот. Я пока болтал, волновался и, казалось бы, косячил даже в этой миссии, хоть и она идеально так сложилась, прям как кусочки пазла, но все равно идеально все получилось. Я получил, во-первых, звезду, это самая высокая вообще награда за прохождение уровня. Значит, убийств было всего лишь 157, но в этой миссии убийства ничего, собственно, не играют. 17 минут с половиной проходили мы этот уровень. Ну, с небольшим минимумом. То есть, ну, сколько? 7 секунд. Всего лишь-то. И было бы 17,5 минут. Так, комбо было в 355 ударов. И, значит, что, но опыт уже не буду называть. В общем-то, сейчас будет опять-таки финальная кат-сцена. Точнее, не финальная кат-сцена, а финальные титры, но уже несколько другие. Мне еще и навык дали. Ближайшие объекты отображены на карте. Очень хорошая, кстати, способность. Она позволяет на карте видеть именно квадратики с всякими ящиками, бочками и прочими, в которых лежат обычно хилки, пополнение мосоу, иногда даже усиление вроде атаки, скорости или защиты. Кстати, Кацуи до сих пор прокачивается, как вы могли заметить, хоть и не сильно, но все-таки прокачивается. Когда-нибудь полоска до конца заполнится, и тогда качаться он уже не будет. Ладно. Собственно, финальная кат-сцена. Ну, это мы, наверное, посмотрим, потому что после этого я буду сворачивать стрим, просто потому что целью
этого такого ночного стрима именно было пройти до конца кампанию Тадагацу. Я бы на самом деле не запускал этот ночной стрим, но вот как-то вот захотелось. Люди просили, но записывать просто так мне не хотелось, потому что мне бы сначала пришлось бы сначала записать, как я прохожу, потом накладывать на это голос. Тем более, что теперь делать ролики невыгодно, а теперь, так как есть стримы, всегда зайдет на стрим какой-нибудь человек, посмотрит меня, даже оценит. Это выгодно, это приятно. Ты понимаешь, ты сейчас для кого-то это делаешь, а не только для себя, как бы это я делал, допустим, если бы я просто запустил игру и начал бы ее проходить. Правильно? Правильно. Не знаю, когда воды подоспеют, потому что сейчас, когда стрим закончится, я пойду спать, потому что времени уже много. Время уже почти 5 часов. Поэтому надо высыпаться, завтра тяжелый день. Хоть и выходной завтра у меня, но все равно. Так что вот так вот. Ну завтра либо полностью этот вот я выложу на канал, либо я его поделю на две части. То есть часть с Икигахары, часть с битвой лучших бойцов всей Японии. Посмотрим, как там получится. Но я думаю, там часик по-любому стрим уже прошел, поэтому, наверное, все-таки поделю. Потому что Full HD обрабатывать это достаточно долго. Мне, так скажем, просто вообще ролик, который я записывал буквально сегодня вечером, был информативный по поводу стримов, что теперь я буду проводить стримы. Значит, я его записал, а рендерился он у меня целый час с небольшим. При этом он там шел 18 минут. Но зато Full HD. Но при этом картинка нифига не Full HD. Ну, я просто как бы для фона что-то выбрал. У меня совершенно лень было что-то выбирать. Поэтому так и случилось. Собственно, вот так будут заканчиваться именно миссии сна. То есть вот именно этими титрами. Есть обычные титры на черном фоне, а это есть типа гиперконцовка, которая заканчивается вот такими вот красочными вырезками из катсцен у разных персонажей. И, собственно, продюсер, который не менялся уже много лет, Хисаши Кайнюма, который также продюсировал и четвертую часть. За что ему спасибо. Очень у него хорошие все-таки получаются части самураев. Хотя и затянутые, признаться честно. Вот если бы не разнообразие в плане именно сюжетных линий, по крайней мере в 4.2, они были абсолютно все разные, очень такие интересные, не надоедающие. Здесь же все-таки во второй части немного неправильно это сделано, прямо скажем, потому что у некоторых персонажей интересная компания, а вот у некоторых просто невозможно. Такой как-то бред. Особенно там какой-нибудь Ханза или Ин, этот просто фейспам так и хочется сделать. При этом проходить их кампании имеет смысл только ради того, чтобы посмотреть финальную катсцену. Финальная катсцена у каждого персонажа уникальная, что хотя бы дает повод, ну, хоть немножко, но попробовать пройти эти и без того уж безнадежные кампании. Еще у него есть достаточно такая тоже ни о чем еще кампания. Но у нас впереди еще много интереснейших кампаний. Я сейчас, значит, вот что хочу у вас спросить, ребят. Какую кампанию вы хотите видеть следующей? Ины, собственно, как и должно было произойти после прохождения кампании Тадагацу. Либо же кампанию какого-то другого персонажа, который был изначально открыт в игре. Напоминаю, что я прошел только Токугаву и Тадагацу. То есть вспоминайте, кто был изначально открыт. Я даже вам сейчас покажу, чтобы вы не затруждались. Я вроде как помню, кто изначально был открыт. Значит, Юкимура Санада, Катарыч, Котаро Фума, который, значит, Гинчи Тачибана. Так. Мицунари Ишида. Токугава, но мы его прошли. Вот сейчас вот Ина прошла, ну, открылась, якобы. Хотя она должна открыться. Именно после Тадагацу. Потом Ойти и Мицухида Акечи. Я бы на самом деле бы сейчас пошел проходить сюжет,
Мицухиды, но после него очень много персонажей открывается, и мы можем просто забыть об Ине, так что решайте сами. То есть, либо сюжет Ины, либо вот Мицухиды, Ойти. Мицунар, Гинчи, Катарыч или Юкимура. Собственно, выбирайте. Я, собственно, потом пройду. Это будет не завтра, это будет, вероятнее всего, позже. Может быть, в выходные, может быть, на следующей неделе. Не могу сказать точно, завтра я точно играть не буду, так что... Ну, буду надеяться на хороший ваш выбор. То есть я очень надеюсь на ваш выбор. Если выбора вашего не будет, то я буду проходить кампанию Ины. Вот как-то так. Ну что ж, стрим даже часа не прошло. Прошло 54 минуты. Я думаю, что многие из вас уже наверняка кто-то, может, на работу собирается, кто-то еще спать не ложился. В общем, давайте я вам для настроения сейчас поставлю музяку какую-нибудь. Ну, собственно, тоже пойду на боковую. Да, был коротенький стрим, всего лишь час, даже меньше. Но зато я сделал то, что обещал. Прошел до конца кампанию Тадагацу. Кстати, когда я начинал стрим... Блин, на стриме были люди, теперь их нет, поэтому я говорю, собственно, никому. Ну ладно. В общем, жду вас на следующем стриме. Информация о начале следующего стрима будет в группе ВКонтакте, которую я буквально вчера вечером открыл. Либо же подписывайтесь, точнее даже не подписывайтесь, а нажимайте кнопку follow на Твиче, и, собственно, вам на почту придет информация о начале стрима. Вроде как так. Ладно. Всем отличной пятницы, и, возможно, вечерком даже загляну на Твич и, возможно, даже запущу стрим. Кто его знает? Пока еще не уверен. Но если не будет стрима, то не будет. Если будет, то будет. Посмотрим, как там будет все это обстоять. Очень волнительный у меня оказался стрим. В следующий раз постараюсь говорить более членораздельно. Ну и я уже подустал, потому что ночь, как бы, все дела. В общем, послушайте приятную музычку. Ну а я на сегодня прощаюсь. Всем удачи. Пока.